Ливанец Антуан Шахин всю свою жизнь делает столовые приборы, ножи, кулинарные лопатки и другие предметы кухонного обихода. Украшает их ручками из кости с мозаикой. Ремеслу уже сотни лет. Это мастерство зародилось в 17 веке, когда сюда вместе с семьями приезжали ремесленники, работающие по металлу, резчики по дереву и другие мастера. Сначала они делали кухонные ножи, потом начались войны, поэтому им пришлось делать мечи. Современные мастера тоже изготавливают мечи и кинжалы. Их искусно украшают. Но это уже не оружие, а декоративные изделия. Мы по-прежнему идем вперед и развиваемся. Мы продолжаем совершенствоваться, отдаем себя этому ремеслу, чтобы наши творения были достойны великих людей, таких как короли и президенты. Сейчас экономика Ливана переживает кризис, страдает и туристическая отрасль. Но ливанцы по-прежнему часто покупают комплекты столовых приборов, дарят их на свадьбы. Декоративное оружие тоже пользуется спросом. Ливанские мастера мечтают лишь о том, чтобы у них стало больше учеников и ремесло сохранилось.